much of you, honey. For so long I've been praying for you. Honesty, I've been wasting my time all night long. Дорогие друзья, я вас приветствую. Меня зовут Юрий Счастливый, и сегодня мы находимся на открытии нового сезона в Дэнди Кафе. Ну что, меньше слов, let's go. This is a heartbreak story of you. You were so fine, the boy. Сегодня открытие нового сезона в Дэнди Кафе. Вот рассказываю, как здесь оказалось. Почему ты сюда пришла? Чем мне здесь очень понравилось? Во-первых, здесь очень хорошая музыка, очень хорошая подборка диджеев, очень правильно подобранные сеты, потому что есть слайд, есть более, ну, такой, более движневая музыка. Да, потому что народ начинает немножко развиваться, есть время для того, чтобы покушать и отдохнуть. Но на самом деле здесь довольно веселое место, и мне здесь очень нравится кухня, здесь очень вкусно. Поэтому соотношение праздника и вкусно покушать, я считаю, что это очень круто. Я знаю, что это очень большое пространство, хорошие девушки, хорошая еда, очень правильное обслуживание, и я думаю, что будет супер. Сегодня будет презентация проекта Discover. И я бы хотел посмотреть на это. For so long I've been thinking of you on my way. I don't know what's going on. How do you feel right? Весело, безумно. Обожаю это место вообще. Всем советую, классно. Приятная атмосфера, музыка, музыка шикарная. И вкусные коктейли и еда. Я люблю Дэнди Кафе! Я люблю Дэнди Кафе! Я люблю Дэнди Кафе! Я люблю Дэнди Кафе! Дорогие друзья, мы сегодня отлично повеселились и побывали на открытии нового сезона в Дэнди Кафе. С вами был Юрий Счастливый специально для Night Today. До новых встреч. Пока. Спасибо огромное всем тем, кто был сегодня на концерте нашего проекта Discover. Мы поздравляем Дэнди Кафе с открытием нового сезона. Хорошей публики вам. Я люблю Дэнди.